Всем привет! Многие мои подписчики знают про сервис EPN, с помощью которого мы получаем скидки в интернет-магазинах, а также зарабатываем в партнерской программе. Кэшбэк-сервис постоянно проводит конкурсы с призами среди своих подписчиков. И вот настал тот день, когда я выиграл приз. После того, как мне сообщили эту прекрасную для меня новость, через месяц я получил вот такой подарок. Это фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. В комплектацию входит фитнес-трекер, сделанный в виде капсулы, оригинальный ремешок, USB-кабель для подзарядки устройства, инструкция по эксплуатации на китайском языке. Основные функции браслета – часы, будильник, определение пройденного расстояния и количество шагов, мониторинг активности и фаз сна, уведомления о входящих звонках и смс-ок, пульсометр, подсчет калорий, напоминание об активности. Капсула длиной 4 см и шириной 1,5 см. Дисплей небольшой, кнопка сенсорная. Ремешок сделан из силикона, приятный на ощупь. Длина его 25 см. Для разного размера запястья предусмотрено 9 отверстий. Кнопка фиксирует браслет отлично, застегивается со щелчком. На капсуле расположены контакты для зарядки. Она имеет округленные обтекаемые формы, а ремень имеет точно повторяющие форму капсулы выемки. И благодаря этому устройство сидит прочно. Зарядный провод длиной 14 см. С одной стороны имеет разъем для капсулы, с другой обычный USB. Емкость аккумулятора составляет 70 мАч. Хватает на 3 недели. Всеми функциями браслета необходимо управлять с помощью приложения, которое работает на устройствах, поддерживающих Android и iOS. Отличный браслет, который необходим для тех, кто следит за своим здоровьем. Большое спасибо сервису EPN за такой великолепный подарок. Купить браслет со скидками от сервиса EPN можно на сайте AliExpress. Регистрируйтесь на сервисе по ссылке под этим видео и начинайте экономить на своих заказах, а также получать дополнительный доход вместе с сервисом EPN. Другие наши видео смотрите вот тут. Всем спасибо за просмотр. Пока!